Этот салат – настоящее объедение, особенно для тех, кто любит баклажаны. Два средних баклажана нарезаю небольшими кусочками. Теперь баклажаны необходимо посолить, чтобы убрать всю горечь. Пока уберем в сторонку и займемся другими овощами. Одну среднюю луковицу порежем полукольцами. В 100 мл кипятка добавим соль и сахар. Хорошо перемешаем, чтобы сахар и соль растворились. Добавим 1 столовую ложку 9% уксуса и замаринуем лук. С таким лучком салат будет намного вкуснее. В сковороду наливаю 1-2 столовые ложки растительного масла. Выкладываю сюда подготовленные баклажаны. И буду обжаривать до золотистого цвета. Обжариваю я их примерно 7-10 минут. В самом конце жарки добавляю смесь молотого перца. 3 вареных яйца нарезаю тонкими пластинами. Перекладываю яйца в салатник. Лук уже хорошо замариновался. Нужно его хорошенечко отжать и добавить в салатник. Небольшой пучок укропа мелко измельчаем. И также отправляю в салатник. Добавляю сюда остывшие баклажаны. И заправляю майонезом. 1-2 столовые ложки. У меня домашний. И все хорошенько перемешиваю. Никогда не думала, что сочетание яиц и баклажанов – это так вкусно. Это невероятно вкусно. Всем советую приготовить. Друзья, если вам понравился рецепт, то ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями и подписывайтесь на мой канал. Всем пока! До новых встреч!